Однажды зимой к бурому Мишке в гости на Новый год приехали два брата. Медведь Панда и Мишка с Северного полюса. Белый медведь. Хотели медведи елочку наряжать, но эта зима была такая теплая, что решили они поиграть в футбол. Давай мяч. Ой, промахнулся. Что-то я устал. Что это с ним? Не знаю. Может быть, он заболел? Эй, братик, что с тобой случилось? Может быть, ты проголодался и устал? Вот, угощайся. Смотри, какая вкусная жареная куриная ножка. Не хочу есть. Что-то мне грустно. Может, нам надо просто повеселить его? Нет, мне не весело. Мне плохо. Да, наверное, он заболел. Ему нужно сделать уколы. О, не надо уколов. Точно, ему не нужно никаких уколов. Ему нужен снег. Я понял, что случилось. Почти весь снег на улице растаял, а белые медведи не могут жить без снега и холода. Что же нам делать? На улицах ведь почти не осталось снега. Я помогу вам. Я соберу весь снег из города и привезу сюда. О, сколько снега! Прямо как дома. Мне уже стало намного лучше. Спасибо тебе, бульдозер, за помощь. Куда бы мы без тебя? Ой, теперь что-то я себя неважно чувствую. По-моему, я проголодался. А панды-то питаются только одними листьями бамбука. Что делать? Либо искать бамбук, либо будешь привыкать к нашей еде. Ну что, едем искать бамбук. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.